И хлеб, и вода. Это вода, а весь его? Весь яр. Я же структурировал. В общем, друзья, как мы поняли, это средневековый ресторан. Сделан из средневекового ангара. Здесь такая русскоязычная группа, я так понимаю, гуляет, ну не гуляет, а экскурсии у них проходят. И вот внизу спустились и сразу дверь прямо. Так, туалет очень любопытный. Туалет здесь тоже средневековый, они говорят. Мы ждем, пока выключаюсь, находимся в Таллине. Смотрите, Анзор ТВ.